приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Бэтмен. Так, нет, нам вот этот надо. Сюжет, продолжить игру. Давай. Так, Парковая улица. Ни хрена не понимаю, где это я. Да, я тут, кстати, эти убрал. Ну, почистил, думаю, они вам не очень-то нужны. О. А это что такое? Достопримечательность, источник сигнала Энигмы. Ну, это потом, когда там будем в том районе. Давайте пока сюда. Ух ты! Ах ты! Хренак! На! На. Ну, вроде вот так вот как-то. Что тут такое? Ага. Так. Я должен найти эту рацию, чтобы достать из нее. Чего-то там достать. Я что, по месту назначения пришел, что ли? Найдите первую сим-карту для определения местонахождения пингвина. А, так я, оказывается, еще... Я, оказывается, пришел-то по месту назначения. Вот так вот. Ну давай. Опа. Мистер Кабблпот. На. 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 Да подождите вы. Здесь допроса нету. Так, а там у нас чего? Я уверен, что чего-то должно быть. Так. Вот тут есть. А, вот. Not
На. Закончил бой. Так. Ну, мне это ваше преступление как-то по боку. Я за другим сюда пришел. Вот так вот. На. Закончили упражнение. Так, здесь у нас чего? Че, вообще ничего, что ли? Чего вы здесь оберегали-то? Ага. Ну-ка, где там приблизить-то? Много целевой нет. Давай вот этот. Ага. Вот так.
Такс. Что с тобой? Вон туда мне надо. А этого я-то еще не видел. Ледникового-то. Так. Все-таки нужен лед, да? Так. Блин. Давай смотрим, где опять. Нет. Понятно. Так, ну ладно, тогда идем. Вот сюда идем. Люди Фриза. Да, райончик-то у вас неблагополучный.
Подожди, а как мне там-то сделать? Да вон оно, что, Михалыч. Вот так. Вот, вот я и победил. Думали, не смогу, а я смог. Так, ладно. Бам! Что вы здесь охраняли вообще, что сделали? Что-то не пойму, что вы здесь делаете. Так. Да подождите вы, блин, только... Ну, вроде все хлам. Как-то криво бока вышло. Так. Блин, не то. Я вообще где? Что я делал? Ага, все, понял, вышку. Подожди. Я должен зайти. Так. Блин. Да стой. I know a
На. Уничтожим. Заходим. You need to stop this. Stop what? Cleaning up the streets? Ensuring the GCPD actually does its job? Removing corruption from the system? Was it one of those in particular you took issue with, or all of them? You're using the data you've stolen to blackmail people. So? It gets the job done. It's certainly kinder than the beatings you're so fond of doling out. Think on that. Вот так. Так. Теперь получается, можно сходить и поуничтожать эти вышки, раз я все равно здесь нахожусь, в этом районе, в этом квартале. Подождите минутку. Дело не требующее отлагательств. Давай. Теперь отсюда идем. Бежим, бежим, бежим. Где-то здесь. Постойте вы. Да не то. Всех побьем. Блин, ну что вот загадки-то, блин, хоть в той части-то были получше. Там ничего? Тихо. Ничего. Все выключено уже. Так.
Вот так. Соседнее здание. Где ты? Стой, это что у нас? Какая-то штука. А, без замораживающей хрени мы не можем взять, да? Я, я смог. And maybe we should change the subject. The wrong person uses us before we get in the rhythm. Так. Блин. Где у меня? Ага, на шестерке. Да мать его, вставай! И вот так. Так. Давай. Правда. Неправда. Так, не. Ну, расшифровка. Значит так, всем внимание. После происшествия Плаза мне придется отменить ежегодные бои пинбол. Карта-то, кстати, небольшая. В первой части она... Ой, в другой части она хоть и небольшая, не знаю, первая, вторая.
Ну там, по крайней мере, хотя бы. Там у загадочника поинтереснее были. Это, видимо, прототип какой-то. Ну вот, кстати. Сейчас я приземлюсь, подождите. И вот, кстати, получается, в той карте вот здесь вот уже Джокер засел, вот, вот на старолитейном этом заводе. Тут, конечно, это все поменялось. Эта вышка уже не здесь, а в другом месте. И она охраняется. Я как говорю, это, наверное, прототип, наверное, всего. Там вот Бэйн, да, Фриз обитает. Он, блин, да где-то нахрен. Он там Бэйн, он там Фриз бы обитал. Так. Так. Penguin's got snipers out. I'll have to take the snipers down silently. Снайперы? Ух ты. Hope not. That'd shift the odds. Yeah, it would. I gotta call my bookie. Вот так, снайперов мы. Да мать его! Так. Lucky
Смотрим обстановку. Я его вижу, он здесь. Так. Давай. На. Бой закончен, да? Слава богу. Так. Так, это какие-то... Комбинации 12 и более без использования специального комбо-приема, то при этом у вас повысится скорость движения, быстрота реакции. Однако, если вы промените какой-нибудь специальный комбо-прием, то выйдете из режима фокуса. Чтобы получить это улучшение, требуется рейтинг 10 невидимого мстителя в системе Темный рыцарь. Так. Чтобы получить улучшение, требуется рейтинг 3 защиты Готэма в системе Темный рыцарь. Так, получается, мне что надо сделать? Так. Рейтинг 10 невидимого мстителя. Так, невидимый хищник. Ну давай, ладно. Заходим. Блин. В отличие от того Бэтмена, если у него был бы нож, я бы не смог на него так напасть. Кого вы там стреляете?
Ладно. Is hosting some kind of fighting tournament. That's where I need to go. Они оружие что, не выпускают из рук? Понятненько. Я правильно догадывался. Такую же модель беспилотника. Заходим. Тут никаких таких секретных-то и нету. Вот так вот всех уложил. Так, мне надо, значит, каких-то хищников зарабатывать себе, чтобы продвигаться. Ладно. Будем иметь это в виду. Так, я куда-то плыву. Давай. Вперед. Так, откуда я пришел, мать его? А, я отсюда пришел. Так. Видимо, правильно пока иду. Интересно, здесь там что тогда? Хрен нас там, значит, надо трос. Да. Come on, ladies! Stop trying to keep your juices clean and fight!
Ну-ка. Где тут у меня? Мать его, он не прыгает. Как бы подпрыгнул, да полетел. Блин, а сам нет, все-таки без льда здесь делать нечего. Доступен профиль пингвина. Не понимаю. За испытание темного рыцаря завершено. Заполните и так. Оттягивай. Открыл. Так, тут замораживать надо, это я точно знаю. Ага, я должен был сюда прийти. Ух ты, какая бейба. Давай, нужно поприветствовать его как следует, да, ребята? О, ты сэкономил мне кучу времени, придя сюда, Бэтмен. Вот какой-то этот... Шокер-фейс какой-то, мать его. Не видел такого у Бэтмена. Вы готовы? А вот я-то всегда готов. Мне нужна черная маска. Говори, где? Я сюда пришел не болтать, а разорвать тебя на куски. Бэтмен, даю тебе последний шанс. На. Кто хочет показать мне, где сейчас пингвин? Ладно, разглядяй, пора отрабатывать свой паёк. Уф. Мать ваша.
На. Спина. И чё? Давай разберемся по-быстрому. Допрос. Где Кабл-пот? Я ни хрена тебе не скажу. Еще немного и раздавлю тебе гортань. Выбор за тобой. Ладно, ладно, он в своем кабинете. Пройти туда может только через театр на другом конце казино, но у тебя не выйдет пробраться мимо Трейси. Это мы еще посмотрим. Мать его. Так, ну-ка. Так, тут такого нету, да? Как в том Бэтмене. Ну-ка, тихо. Я куда-то вот иду. Мистер Кабл-пот. Сейчас мы его размотаем. Так, мы случайно его нашли. Не понимаю, куда мне тут. Так. Давай посмотрим. Ага. Просто не туда пошел, да? Так. Это понятно, не могу. Выясни местонахождение черной маски, проникни в офис пингвина. Где-то тут должна быть дверь. Ух ты! Сообщение для Бэтмена.
Ну-ка, давай-ка зайдем сюда. Баченский's come too. Вот так, вернулся, теперь он богат. Нужно было связать его, вызвать копа, чтобы они его забрали. Вообще не туда. Где-то здесь это все находится. Что-то я понять не могу, что здесь делать, но... Точка крепления, надежный металлический зацеп, к которому можно прикрепить управляемый коготь. А у меня неуправляемый. А где мне его взять, управляемый коготь? Так, что-то у меня ни черта не получается тут. Все-таки, если выход один, идем по нему. Карте, если следить, так. Okay.
can't say I'll miss it. What do you think he'll call it? Final offer two? As in final? As in he can't make another one? Good point. Well, maybe we'll change. Не могу открыть. Давай, вот так. На. Так. Лучший кошмар. Так, где у нас? Не открывается пока. Требуется так, лучший кошмар 3. Невидимый талант. Лучший кошмар 2. Нужен лучший кошмар 3. Завершите битву в режиме хищника. Осталось невидимым. Так. Расправьтесь с врагом при помощи взрывающегося звукового бетаранга. Так, это у меня пока нету. Устраните трех врагов с помощью баллона с пропаном. Так. Устраните трех врагов за время действия одной дымовой гранаты. Завершите битву с высоким уровнем угрозы, выполнив не меньше 5 разных решающих ударов. Расправьтесь с врагом при помощи взрывающегося звукового бетаранга. У меня пока нет бетаранга взрывающегося. Так, через решетку захват с высоты, но какие-то удары, решающие удары с выступа. The breaking of this heap. All part of Penguin's plan, I'm sure. Question is, can Tracy stop him before he gets to the port? I ain't got it. He's tough, ain't he? Ooh, on everything but me. Who is he? How many bullets does it take to kill a freak? Да блин. Alfred, I had a run in with one of the... Я встретился с одним из наемников убийц. Да. Мне удалось сбежать. Так, спинируй с помощью. Так, если ты сможешь выследить сигнал, смогу следить его. I'm on my way to the final offers casino. I'm going to make Penguin's assistant show me to her boss. Я хоть туда иду? Ну давай.
Оттягиваем. А вот и куда мне надо похоть. Ладно. Так. Открываю. Пока у нас путь один. Открываю. Призу иду, наверное. Assistant must be nearby. I'll make her tell me where I can find Cobblepot's office. Ну ладно, давай, казино. Куда там мы попадаем? Давай. На. Я хотел по-тихому. А ты, смотрю, никак не уймешься. Давай, Кобблпот больше никаких посетителей не принимает. Да, блин. На. Добил я его все-таки, козла. Так. А расшифровка код защиты пингвина. Ну давай. Блин, троих надо уничтожить, значит. При помощи дымовой. Like that, huh? Yeah, like that. Ain't like she's making enough she can tell me what to do. Yeah, you're right.
Нелегально. На. Можно просто нажать, да? Поехали. У нас все равно выбора нету, кроме как довериться лифту. Кто-то что-то разговаривает это. Да, вот теперь влипла, так влипла. Будем считать, что ты хотела взять помаду. За решетку. Доступен новый трофей персонаж Трейси. Договоримся. Заходим, господа. Ух ты. Опа. На. Ну да, вроде нормально побил. Здесь. Господи, я-то думал, что-то доброе, хорошее.
Ага. Да почти. Он мой. Ага, да, два раза. Она такая круговая. Это что там и будет наверху? Какие живы. Ничтожество. Ага, туда никак. Давайте смотреть тогда. Мы с Тамарой ходим парой. На тебе. Да ни хрена себе. Охренеть. Вот это раз тебе. Никогда такого не было. Вот тут опять. Это новенькое, чтобы заложника убивали. Ладно. Так, где он это? Он здесь же должен проходить. Или здесь? Ну-ка давай, сейчас вот. Anyone see that?
Куда-то мы идем. Ой, мимо. Ну-ка, давай, ты что скажешь? Какие-то вы нерешительные ребята. Oh man, you scared the crap out of me. This ain't working. Who's that? Get over there. Так. Где у нас остальное? На. Всех умотал. Что тебе? Я ничего не сделал. А твой босс? Чего нужно пингвину? Давай, понадобится пингвину. Так, надо посмотреть. Одну штучку. Вообще не туда. Так. Засчиталась ли она мне? Нет, не засчиталась. Видимо, помер, она не засчитала, что я ее взял. Now
Где мы остановились? Альберто приведет дружочек. Намекнул отцу, что ему пора отправляться на покой. Он отказался и обозвал вас, сейчас вспомню как, мелким жирным психопатом. Вот он, пингвин. Мелкий жирный психопат. Нет, нет, умоляю. На тебе, и еще. Вот тебе Каблпот. Кстати, в Бэтмене Каблпота играл Дэнни Девито. Now you best listen, Falcone. А теперь слушай, Фальконе, я тебя последний раз спрашиваю. Ask. What are you gonna tell? Что ты должен сказать отцу? Что мы уходим с торговли оружием, обещаю. Я его уговорю. I see your lips flapping, Bernie. But they ain't making the sound I wanna hear. Нужного звука я не слышу. You idiots better kill him. Please! Don't hurt me! Kill him, you bloody wankers! Punch him in the face! Kick his ass, you numpty prats! На. Неплохо я их размотал. Ну давай. Так, минуточку, постой, не торопись. Видео твои нет, никакой разницы с моими. Да нет, разница есть. Черная маска. Где он? Что, за всем служу, что ли? Ну ни хера, он его ни за что, ни про что-то. Кстати, в любом момент, если он мог найти его, чем бы он его не находил до этого, произошло убийство. Там у него вроде крепости, но похоже, черная маска тоже себе нажил проблемы. Кто-то к нему забрался и... Господи, мне еще слушать, здравствуйте. Прям сейчас надо. Мать его. Ты вообще из другого фильма. Before it even begins. I'm not playing games, Slade. Tell me where I can find Black Mask. Yeah. You better have some surprises in store, or this is going to be over quick. Inadequate. Your trick. Not such a brute. Ready for more? You have skill, but lack experience. You cannot match me. А как тебе обидно? А как тебе обидно? Mistake.
opportunity to kill me. Блин. You fought well, Batman. Ну, так, ты хорошо сражался, Бэтмен, но я сильнее, быстрее в ней, поэтому исход был предрешен. Ну, давайте, на бой последний, значит, завязка. Tell me where I can find Black Mask. Make no mistake, I'm killing you for the money. You'll regret that. Surprise! Weak. And yet another opportunity you failed to. Хороший противник. Я тут в ниндзю играл, так что навык есть с такими. Уродами драться, как ты. На. Опять когда вспышка. На. Ломай посох. Меч? Ты охренел, что ли? Да сейчас, два раза. Мало еще. Мать его, нет, смотрите-ка, урон-то он хороший мне мечом доставляет. Это что за нахер? Thank you.
Мать его, ни хрена у меня. You fought well, Batman. Какая-то система должна быть. Stronger, faster, smarter. And so this ends the only way it could. О, ко мне эти бочки приковывают. Видимо, надо на быстрый Баткога переходить. Tell me where I can find Black Mask. The limit you place on yourself to make collecting this money all too easy. Not such a pushover after all. Не понял. Stronger, faster, better. Your restraint weakens. Did you not spot the opening I gave? You'll regret that. Нет, я тут проиграю точно. Я же говорил. You fought well, Batman. But I блин, как его гасить-то, падла? Smarter. And so this ends the only way it could. Tell me where I can find my mask. Your methods and tactics are impressive, but inferior. Ладно. Yeah.
Ну давай. А я вроде все делал правильно. Know that you die with honor, which is more than can be said for most. Ладно, дальше будем без моей рожи записывать.